Мої вітання! Ви дивитесь програму «Тіп Топ Новини». У студії працює Настя Вяткіна. Сьогодні в програмі нова вершина дитячого театру «Сарванці». Цікава розмова із письменницею Ладою Лузіною. Не перемикайте! Сарванці – це не тільки добрі бешкетники, це ще талановиті діти. Переконатися у цьому можна, завітавши на спектакль дитячого театру «Сарванці». Вони завжди вражають оригінальністю ідей і чудовою грою малих акторів. А ще «Сарванці» дуже люблять творчі експерименти. І про один із них наша наступна розповідь. Дитячий театр «Сарванці» Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості підтвердив звання «Народний». Це найвищий титул для всіх творчих колективів. За 28 років в театрі поставили більше 60 вистав різних жанрів. Це і комедії, і фарси, і буфонади. А нещодавно знов прем'єра – «Поетичний політ». Колектив показав журі та глядачу два дуже складні твори, які художній керівник театру Олена Вартанян об'єднала в один спектакль. Новый спектакль – спектакль-эксперимент, потому что он создан не по драматургическому материалу, а по поэме и балладе. Баллада Роберта Рождественского «Баллада о крыльях» и поэма Анны Ахматовой «У самого синего моря». Этот спектакль-эксперимент в том, что здесь очень гармонично сплетена красивая пластика, хореография, невероятно великая поэзия двух гигантов, метров поэтического мира и красивейшая музыка Игоря Стравинского и Александра Арутюняна. Крыльев радужных таких земля не видывала, и на белых мужик снегноважничает. Приємно розповідати про акторів театру, коли його учасники – талановиті діти. Магія рухів, чарівні образи – все було дуже стильно. І мені стало цікаво, як молоді актори самі бачать цей спектакль, його символи і персонажі. Адже поки ми діти, ми особливо щиро віримо у мрію. Мой герой – парень, мечтатель, решил научиться летать і пытается, так сказать, толкать свою мысль в массы. Нужно мечтать, нужно стремиться к своей мечте, идти к ней и добиваться цели, несмотря ни на какие преграды. В нашем спектакле мы все народ, который пытается этого мечтателя, нашего главного героя, немножечко загнобить, опустить, не дать ему добиться того, что он хочет. Но, несмотря на все это, он добивается своей цели и он взлетает. Без мечты не будет никакой цели и ничего не достигнешь. Приємно, коли дорослі довіряють нам, дітям, такі серйозні теми, бо вистава «Поетичний політ» схожа на казку, але має глибокий і серйозний зміст. Заставляють, пожалуй, задуматися о том, що в житті важливо, о том, що люди посторонні, вони приходящі, уходящі, а рідні, вони завжди залишаються рідними. Как за душу тронуло, я прям так вот мурашки по коже, вот реально очень сильно понравилось. Я очень рада, что нас пригласили. Хороший спектакль, музыка очень красивая, мне особенно понравилась. Музыка такая постоянно меняется, и она как бы передает тоже смысл. Не только игра актеров, музыка тоже многое передает. Глядачі розповіли, отримали велике задоволення від побаченого. Вони і співчували, і раділи, і навіть плакали разом із героями під час спектаклю. Діти як вовлікають зрителя в сам процес спектакля, і як будто би ти участвуєш в ці всі волни, ти
ощущаешь и переживаешь вместе с ними, и сопереживаешь. Потрясающий спектакль, и ну, просто невероятно, как вот такое ощущение, что вот мурашки по телу с первой минуты и до последней минуты. Это было просто потрясающе. Впечатление потрясающее, просто я тоже плакала, и ну, я просто была вся там в спектакле. В душе остался прекрасный отпечаток. Меня удивила глубина этих произведений, насколько дети смогли донести эту глубину произведений, насколько они смогли вовлечь в это действие. Звичайно ж, діти, які грають в театрі «Сорванці», мріють про дорослу професійну сцену, мріють стати відомими режисерами та акторами. А керівник театру Олена Вартанян говорить, вона почуває себе щасливою, коли мрії її вихованців збуваються. Вони працюють в театрах, працюють художниками, працюють дизайнерами, працюють актерами, режисерами. І я вважаю, що це найбільше досягнення. І, глядя на сьогоднішніх сорванців, я теж сподіваюся, що ці маленькі перышки полетять і превратяться в огромні крилля, а я буду дивитися і восхищатися своїми великими птицями. Настя Садома, Тіп-Топ новини. Ви любите читати? Я дуже. Є така приказка: хто багато читає, той багато знає. Але той, хто багато читає, той часто мріє і сам написати книгу. Наша журналістка Софія Старчак познайомилась із письменницею Ладою Лузіною. Їхню розмову дивіться далі. Буде цікаво, не перемикайте. У нас сегодня в гостях моя самая любимая и самая известная писательница Украины Лада Лузина. Лада, как ты придумываешь свои истории? На самом деле, вот ниоткуда. Они либо приходят в голову сами, либо не приходят. То есть я вообще уверена, что писатель ничего не придумывает. Он берет информацию откуда-то сверху, и она либо стучится к нему, так вот тук-тук-тук-тук-тук, либо обходит его стороной. Каждый раз, когда я пытаюсь придумать от ума, у меня получается плохо. Вот все самое лучшее я написала практически не думая. То есть, конечно, вот если речь идет о киевских ведьмах, о моем цикле, то чаще всего это приходит, когда я читаю какие-то истории, легенды, факты из жизни города Киева, потому что его история очень насыщенная, очень волшебная, там много всяких историй о ведьмах, о чертях, о русалках, и, соответственно, он как бы сам подкидывает мне сюжеты. Причем бывает такое, что подкидывает в прямом смысле слова, даже записывает до меня, вот я прихожу в какое-то место, думая, что здесь произойдет мой сюжет, и вдруг там случается со мной что-то, и я понимаю, что это надо оставить в книгу, потому что город сам дописал, вот что бы ему хотелось, чтобы здесь произошло. Лада, какая у тебя была любимая сказка в детстве? Наверное, моя самая любимая сказка в детстве была очень страшной. Это сказка Андерсена, кажется, «Дикие лебеди». Вот там, где братьев превращают в лебеди, а их сестра должна прясть из крапивы. Причем крапиву это она должна собирать не где-нибудь, а на кладбище. Идти на это кладбище за крапивой ей приходится ночью. Там на кладбище происходят какие-то страшные вещи. Я помню, что мне настолько нравился этот сюжет, что даже в школе, когда меня попросили вот нарисовать свою любимую сказку, я нарисовала именно этот момент, где вот эта красавица с корзинкой идет на кладбище, там ночь, кресты. То есть вот мне всегда нравились такие готические сюжеты. И когда я впервые, уже став писательницей, написала детские сказки, наверное, вот такую страшную сказку я попыталась воспроизвести в сказке про Саницу. Вот здесь тоже история девушки, которая ночью подходит к такому дому, пустому, в одиноком саду, и в этом видит, как в этом саду беседуют черт и сатана Сатанович. Не все оценили мою сказку. Вот кому-то она показалась даже слишком страшной. Но, тем не менее, вот этот сюжет для меня всегда казался очень престижным, чтобы так вот немножечко было страшно, а потом все хорошо заканчивалось. Ты собираешь елочные игрушки. Какая среди них любимая? Ну, тут, наверное, надо вспомнить вот эту книжку «Добрые сказки» о елочных игрушках, которая не родилась бы, если бы я эти елочные игрушки не собирала. Вот, собственно, я, вот моя елка, здесь часть моей коллекции. Некоторым из этих игрушек больше 100 лет, ну, то есть вот самая старая моя игрушка 1880 года. И сказать, что я люблю
какую-то больше, а какую-то меньше, ну, сложно. Собственно, если бы я их не любила, эти сказки бы не родились, потому что вот когда я наряжаю эти старинные игрушки на елку, я думаю, вот интересно, сколько им всего пришлось пережить до того, как они ко мне в гости, ко мне домой на эту елку попали. То есть ведь каждая из них там вдвое старше меня самой. Ну, это понятно, что она жила в какой-то семье, у нее была какая-то история, вот история ее, этой семьи. И вот в какой-то момент я начала придумывать вот сказку про лампочку, потому что во Вторую мировую войну не было елочных игрушек, и делали из обычных электрических лампочек их, или там сказку про санницу, или там про ангела, потому что ангелы из воска – одна из самых старинных игрушек. Но, наверное, все же больше всего я люблю те игрушки, которые достались мне от моей семьи, ну вот, которые вешала на елку еще моя мама, моя бабушка, моя прабабушка. Вот у меня есть самая старая коробка, и, может, там не самые старинные и не самые дорогие мои игрушки, но эту коробку я считаю самым ценным, потому что там лежат игрушки, которые не подлежат восстановлению. Любую другую я могу, пусть даже за очень большие деньги, купить снова, если с ней что-то случится. А игрушка, которую вешала на елку еще моя мама, и которую моя мама вешала на елку, когда я была маленькой, и вот показывала мне, вот, посмотри, какая она красивая, второй такой не будет никогда. Поэтому эту коробку я достаю, я не знаю, там, разогнав всех на 10 метров от себя, чтобы, не дай бог, ничего со мной не случилось, там, открываю, достаю каждую очень аккуратно, вешаю на елку, там, закрепляю со всех сторон. Я даже нормальную елку себе купить не могу, потому что уже в елке опускаются веточки, когда она становится старой. И для игрушек это опасно. То есть я могу купить только искусственную елку, замотать ее ветками узлом, чтобы эти игрушки старинные закрепить. Вот, наверное, вот если посмотреть на эту рисунок, то вот этот вот чайничек, вот этот самоварчик и вот эти вот девочка и зайчик, они вот жили в моей семье много-много лет, еще до того, как я родилась. Если бы ты знала историю про Харьков, ты бы написала книгу? Ну, наверное, мне давно пора было бы написать про Харьков книгу, потому что я очень трепетно отношусь к этому городу. Вот у меня есть несколько городов, которые, вот я считаю, то есть Киев – моя родина, я там родилась, я коренная киевлянка, но есть еще два города, которые вот для меня вторая родина. То есть первая – это Одесса. И Одессу я полюбила раньше, чем Киев. И вот поэтому здесь в книжке появилась «Одесская сказка», потому что в какой-то момент я поняла, что Одессу я полюбила раньше, но ничего про нее не писала. Поэтому вот помимо «Одесской сказки» в моей новой книге «Тень демона» тоже будет целая глава, посвященная Одессе. А вот про Харьков не написала до сих пор ничего, хотя здесь как бы родилась моя мама и бабушка, то есть это тоже родной город, здесь мое издательство, здесь со мной произошло много приятных событий. И вот надо сказать, у меня была такая идея собрать легенды Украины. И вот тоже в моем издательстве в Харькове издать. Я собрала легенды Киева, я собрала легенды Крыма, тогда еще как бы с ним все было в порядке. И вот когда я поняла, что ищу легенды других городов, я выяснила, что легенд Украины не существует. Единственное место, которое, как бы город, который сходу открыл мне свои легенды, вот был даже целый форум ВКонтакте, где его посетители описывали легенды, это был город Харьков. Поэтому легенд города Харькова я собрала очень много, и, наверное, рано или поздно одна из них выльется или в большое произведение, или в повесть, или рассказ, или вот в сказку. Лада, а ты помнишь свою школьную любовь? К сожалению, я помню свою школьную любовь. Звали его Алеша, фамилия его была Тиньков. В третьем классе я в него влюбилась, а не он в меня, поскольку я девушка инициативная, уже тогда, видимо, проявляла собственные способности, я решила ему в стихотворной форме признаться в любви. Стыдно до сих пор. Спасибо за интересный рассказ. Творческих тебе успехов. Специально для ТипТоп новости. Незабаром ми будемо прощатися і золотої осінь. Попереду білосніжна зима, новорічні свята і веселі зимові канікули. Готуючись до зимових свят, неодмінно подивіться нашу наступну програму. Вас чекають нові захоплюючі історії. Я Настя Вяткіна і уся команда ТіпТоп новин кажемо вам до побачення. Не забувайте заходити на наш канал в Ютубі TV ТіпТоп News. Бувайте!
Програма виходить за підтримки Харківського театру для дітей та юнацтва.